Встречаем новый день вместе с телеканалом «Беларусь 4 Гомель». Это программа «Утренний фреш». Меня зовут Александр Лупиненко. Лето продолжается, август дарит нам веселые деньки, хорошую погоду. И самое время подумать, где провести отпуск или ближайший уикенд с пользой и хорошим настроением. Ну а поможет нам разобраться с этими вопросами наш сегодняшний гость, заместитель директора санатория «Ружанские» Андрей Леонидович Королев. Доброе утро. Доброе утро, Александр. Здравствуйте. Рады видеть вас в гостях у нас этим утром. Расскажите, как проходит лето в санатории «Ружанский»? Санаторий «Ружанский» продолжает радовать своих гостей чистейшим сосновым воздухом, ярким солнцем, гостеприимством, радушием персонала. Но сегодня я хотел бы остановиться на медицинской составляющей нашей работы. Являясь санаторным учреждением, мы постоянно развиваем и совершенствуем свою медицинскую составляющую. На сегодняшний день в учреждении работает порядка 15 врачей. Ведется прием по таким профилям, как гастроэнтерология, диетология, эндокринология, иглорефлексотерапия, терапия, терапевт принимает. Педиатрия. На сегодняшний день у нас функционирует стационар с круглосуточным пребыванием, и медсестра с врачом обеспечивают работу этого стационара. Мы обладаем всеми возможностями ультразвуковой и лабораторной диагностики. У нас можно также сдать тест на ковид, что является, наверное, актуально сегодня, чтобы быть успокоенным на сегодняшний день, да, что все в порядке, ничего плохого с нами не происходит. Я знаю, что санаторий «Ружанский» вел активную работу, ну, предоставляя возможность людям комфортно пройти свою самоизоляцию. Продолжается ли эта работа на сегодняшний день? Да, Александр, конечно. У нас в номерном фонде есть три коттеджа, которые находятся на определенном удалении от общего номерного фонда. И нашим гостям, которые хотят уединения, будет замечательно себя чувствовать в них, в этих коттеджах. Там имеется все для отдыха: спальня, кухня, столовая. Также в некотором из коттеджей имеется отдельная бассейн и сауна. Практически это дом на территории санатория отдельно, где можно найти полное уединение от всех суеты, хлопот и заботы, не пересекаясь с остальными отдыхающими. Андрей Леонидович, хотелось бы продолжить разговор касательно медицинской части, медицинских услуг, которые предоставляет Ружанский, и затронуть также тему реабилитации. Расскажите поподробнее. Да, на сегодняшний день мы ведем работу по 5 основным направлениям по реабилитации. Это реабилитация болезни опорно-двигательного аппарата желудочно-кишечного тракта. Конечно же, основное внимание уделяем направлению бронхолегочной системы реабилитации. А также, учитывая, что смертность от сердечно-сосудочных заболеваний является как бы на первом месте, в лидирующих позициях, мы уделяем реабилитации по сердечно-сосудистой системе основное направление. У нас имеется для этого все нужные специалисты, уникальная медицинская база. Также у нас имеется прекрасный водно-спортивный комплекс, можно сказать, не имеющих аналогов в республике, с большим оснащенным тренажерным залом. Плавно мы переходим от медицинской темы к спа-услугам. Санаторий «Ружанский» также славится тем, что у вас огромное количество спа-процедур, аналогов которых тоже практически нет ни в одном санаторном учреждении. Расскажите об этом подробнее. Да, конечно. Помимо, скажем так, распространенных и стандартных процедур, таких как спа-капсула и прочее, у нас имеется янтарно-релаксационная комната, в которую можно посетить. Янтарь, как мы знаем, при нагревании до определенных температур выделяет сложные эфиры янтарной кислоты, которая является замечательным средством при профилактике болезней верхних дыхательных путей и легких. Она снимает воспаление, отеки, осуществляет противобактерицидное действие. Поэтому янтарная комната – это на сегодняшний день одна из
мер по реабилитации, профилактике бронхолегочных заболеваний. Также там можно получить услуги по массажу. Андрей Леонидович, не лишним будет напомнить о том, что именно в вашем санатории, в санатории Ружанский, находится салон «Первая леди», который стремятся посетить все женщины, не только Беларуси. Давайте расскажем. Да, мы особое внимание уделяем нашим прекрасным женщинам. Как я уже говорил, у нас ведется прием врача-гинеколога, а также в отдельном корпусе выделен целый блок процедур для женщин, такие как вот салон красоты «Первая леди», вы сказали, где наши прекрасные дамы могут получить услуги мастеров педикюра, маникюра, парикмахера и прочие косметологические услуги. Также в том же корпусе у нас работает косметолог, который благодаря всевозможным косметическим процедурам, они составляют программу омоложения для наших женщин. Санаторий Ружанский всегда позиционировал себя как санаторий семейного типа. И про маленьких посетителей тоже нужно позаботиться. Что предлагаете детям? Конечно, в нашем санатории прекрасно себя чувствуют как папы, мамы с детьми, так и бабушки, и дедушки с внуками. Для детского отдыха у нас есть все необходимое. У нас работает аквапарк, где могут дети провести время, и родителям там тоже не будет скучно, есть определенные процедуры. Также у нас работает прокат, пункт проката, где всевозможные самокаты, машинки, ролики, коньки. Детям у нас очень нравится, и также организованы на свежем воздухе детские дискотеки, работают с детьми у нас воспитатели, у нас работает две детские комнаты. Одна детская комната, куда родители могут оставить ребенка с воспитателем, и одна детская комната игровая, где много разнообразных игрушек, где родители могут сами поиграть с ребенком в различные игры, как настольные, так и развивающие, обучающие игры. Я думаю, что многим зрителям будет интересно узнать, сколько же стоит пребывание в санатории Ружанский, действуют ли какие-то акции, скидки, и вот расскажите об этом. Да, у нас стоимость рассчитана на широкие социальные группы. Ну, скажем так, начинается у нас стоимость пребывания в нашем санатории 45 рублей на сегодняшний день. Хочу заметить, что стоимость пребывания зависит от категоризности номера. У нас есть 5 разновидностей категорий номеров. В зависимости от пожеланий наших гостей по уровню категорийности можно выбрать для себя любой подходящий номер. Также замечу, что в стоимость путевки входит проживание, пятиразовое питание, посещение бассейна, тренажерного зала. А еще раз повторю, что разница в цене определяется категорийностью номера. К примеру, если мы возьмем вот то, о чем мы с вами говорили, удаленные домики, да, где полностью, скажем так, для полного уединения, они будут стоить немного дороже, чем стандартные номера в общих корпусах. У нас на сегодняшний день предусмотрены также скидки. На путевки с оздоровлением мы предоставляем скидки порядка 30%. Также предоставляем скидки пенсионерам до 20%. От 20 до 40% предоставляются скидки для пенсионеров. Еще один немаловажный пункт. Чем готовы удивить ваши повара, тех, кто приедет к вам в гости? Да, столовая у нас готова порадовать гостей традиционной белорусской кухней, европейской кухней. Прекрасное приготовленное блюдо, у нас индивидуальное меню. То есть наши гости делают заказы по индивидуальному меню и выбирают тот продукт, который они хотят скушать, приготовленный из свежих натуральных продуктов. Напомню, что мы находимся в Брестской области, экологически чистом регионе нашей республики. Используем только местные продукты питания, которые славятся своим качеством, экологичностью, натуральностью. Я вот смотрю на картинку, которая украшает буклет санатория курорта Ружа Хутор. Прекрасное строение, немножко напоминающее средневековый замок, окруженное лесом. Вопрос, как же к вам добраться? Добраться к нам несложно.
Мы предоставляем услуги трансфера с ближайшей железнодорожной станции, это Ивацевичи. Также можем для наших гостей предоставить услуги трансфера из Минска, из Бреста. Вот конкретно из Гомеля можно добраться поездами до Минска, из Минска до Ивацевичи и также до Бреста. И оттуда мы готовы наших гостей предоставить услуги трансфера и привезти в санаторий точно так же и по доставке наших гостей до железнодорожной станции при возвращении домой. Сейчас все услуги можно найти в социальных сетях у санатория Ружанский. Да, конечно, мы представлены во всех социальных сетях, поэтому присоединяйтесь. Где вас найти в соцсетях? Facebook, ВКонтакте, Instagram. Мы представлены везде. Ну, у нас есть сайт в интернете, поэтому приходите, присоединяйтесь и ждем вас в гости. Спасибо огромное, что этим утром заглянули к нам на «Огонек». Я думаю, что в скором будущем многие из наших зрителей станут гостями санатория «Ружанский». Огромное спасибо всем, друзья. Напомню, что у нас в гостях это утро вместе с нами встречал заместитель директора санатория «Ружанский» Андрей Леонидович Королев. Огромное спасибо. Спасибо, до встречи. Александр. До встречи. Ну, а наше утро продолжается. Оставайтесь на телеканале «Беларусь-4. Гомель».